Выборный год. Партия «Единая Россия» объявила о начале проекта «Политстартап». Благодаря участию в нем молодые люди могут принять непосредственное участие в политической жизни республики. Уже из названия ясно, что это кадровый партийный проект. Здесь ждут молодежь с активной жизненной позицией, готовых попробовать себя на общественно-политическом поприще. Чтобы зарегистрироваться для участия, достаточно зайти на сайт politstartup.er.ru. Регистрация продлится до 5 мая. Участники будут разделены на команды. Они начнут обучение под патронатом региональных наставников, что поможет им попробовать свои силы в праймерис «Единой России». Предварительное голосование – важный этап выборного процесса. Каждому молодому человеку, который хочет себя попробовать в общественно-политической жизни, необходимо принять участие в этом кадровом проекте «Политстартапа». Поскольку он будет не один, у него будет наставник, ему будет подсказывать, он вправе ошибаться. Я, например, в прошлом году при муниципальных выборах городского собрания депутатов Чебоксарское зарегистрировался тоже на «Политстартапе», и там очень много интересного. Вебинары, когда назначают наставника. Очень приятно, когда обращается такое внимание, учат, реально обучают этому. Это в книжках не прочтешь. А когда онлайн, даже офлайн общение, когда делится своим опытом, это много чего стоит.